И всем привет, мурашки, фуряшки, я Пырчик Фури. И, как значит, вам не нравится толкачья, ну, если вам не доели уже, да? Потому что я посмотрел, и новое видео собирает мало просмотров. Что это такое? Поэтому я решил, подумал, и решил, мы играем в Teacher Fight. Да! Кто знает, тот знает, что эту игру я создал. В чем ее смысл, вы сейчас увидите, вам понравится, фуряшки. Да, тут вот есть построечки. А это тот самый, но только красивее. А это... Подкнащим, знаете. Да, мы поняли. Так, стой. Персонажи заблокированы! Сейчас. Забейте, все окей. Кажется, я богатый. Так-то мы можем сделать просто... Вот так. Да. Сейчас я вам покажу все описание. Если что, это скорее даже не летсплей, а обзор. Потому что я не хочу вам все показывать. Для кого я это все делал? Ну просто на видео показать, да? Я эту игру месяц создавал. Поиграйте хотя бы. Чисто без уважения. Я все куда надо зашел, подождите. А, да, просто знаете, почему я не хочу их... Их надо разблокировать как-то по ходу игры, но это долго. Потому что... Да, признаюсь, эта игра в этом плане очень фиговая, она очень нудная. Ну, она не должна была такой крутой, ведь это моя первая игра с фигалей крутой. Так. Хотя, да, моя другая первая игра на другом движке, которая была вообще моя, в принципе, первой игрой. Под названием Chainsaw Ты Сабжик стала буквально самой крутой фанной игрой по Chainsaw. Ну да ладно. Кому повезло, кому не повезло. Ладно, начнем с обычного. Вот Тиссера, он любит Сонник, мальчик. Это не вопрос, да. Ты любишь Сонник, ты любишь Сонник, да. Вот его пипим. Вот Сонник говорит, я не могу на тебя посмотреть, потому что у меня такой картинки, но... Так вот, в чем смысл? В том, чтобы начинать что-то убивать. Ё-моё, ой, сразу всё заспойлил, извините. О, да! На фоне Сонник. Эта игра вас ещё удивит. Я вам вот очки, как раз таки, счет, это те самые очки, за которые надо покупать персонажей. Сверху идет таймер, до него надо доехать, ну, типа, когда он закончится, тогда ты выиграешь. Вот, а их я могу подключить, когда насчет проигрывать, вот внизу полоска ХП есть. Да. Красиво очень, кстати, полоска ХП, знаете, она такая плавная. Она плавно уже увеличивается, увеличивается. А, нет, она не умеет увеличиваться. Ну, вот, она так плавно. Еще в этой игре, кроме меча, есть. Дробовик, который почему-то стреляет больше от пистолет. Но все же. Кто помнит, он ведь очень новый. Кто играл эту игру? Ой, музыка. Тут очень такая. Тут много триков на выбор и даже можно добавить свой, прикиньте. Там просто файл надо выкинуть. Ну там есть инфекция в игре. Она прям в игре, да. Не очень круто эту игру было делать. Самое нужное в создании этой игры было сделать разных персонажей. Вот я вам с этим задолбался. Просто разных персонажей у нас был. Ну, видите, увидите, кто нас становится. О, нет, подождите, приехал кого-то. Вот я специально у вас есть третий предмет, это... Ау, сладочка! Ой, ё-моё. Мне так обалдеть, давайте. Я определился с тем, что это крикер больше. Я не помню, я оставил это в хэштегах на геймджолке или нет. Скелеты, кости, смерть, кладбище, черепа. А, кстати, на ничего даже нет. Но в любом случае... Да, Авада Кедавра, если вы смотритесь, он в углу тут, на двух тысячах, он говорит, я на Авада Кедавра. Это волшебная палочка. Кто помнит вообще, самые олды играли в первую версию этой игры. Я вам тоже сейчас покажу. А ну, в этой игре там осталось. Я проигрываю очень хорошо. Да, так вот. Я не помню, писала или нет, когда кликер в геймпорте, но...
Я определился реально, что это потому что туда кликать ступор, всё. А ты такой достаточно, он просто спамит с кликами. Мальчик, я зачем запакала немного. Да. Но... Нет, какие-нибудь персонажи это играют реально на позапарные. Я решился, что в этой игре, на самом деле, лучше всего играть с каким-то фуриакцией. Просто тут есть опять режим на два игрока, и он очень крутой. Его прям... Да, он чехол сделан в плане продвинения, потому что там второй игрок на геймпаде должен играть. Но он... А мне кажется, он сейчас нет, я знаю, что там нужно идти, просто посла, это как нам так не делать. Не знаю, мне кажется, моя папа была такая, что нам папа стрелочки все здесь. Мне даже ее не хватает. А вы его хотите убрать еще сильнее? Ага. Ну, еще сильнее. У меня... Короче, в онлайн-режим, он здесь верно интересный. И вот сразу персонажи выбирать и за них играть. Ну, там, по них в этом вообще, там, дети которые остались, сколько. Ну, короче, да, вот. И вот, о, в принципе, почти закончилось. А, так вот, да. Да. Еще он... Да, вот тут точно сейчас играть с кем по фриакции. Это прям... Ну, не то, что очень интересно, но если вам прям совсем скучно, то можно поиграть. Я помню, на скуке эту игру пару раз прошел. Пройти эту игру, значит, открыть всех персонажей. Именно прям без чипов открыть. Что-то взять и открыть. Именно фриачку. Это просто изначально кто-то больше очков было, я не знаю, откуда. Просто типа все персонажи закрыты, а что есть крип такой вообще? Но в любом случае, да. Ну, как там камера там отложится, я хочу с вами еще поговорить. Просто так неудобно. Неудобно тут, да. Ну, а, да, кстати, в Америке тут зелень очень багованный. Я на тот момент не знала, как вообще это было. Сейчас я узнаю, так кто. Так что я не буду вообще ситов не имею. Ой, какая красотень-то, вообще просто рай для глаз, вот просто. А самовер игра, знаете, вот это вам еще 10 можно один зайти и расслабиться. Дела, там вообще приятно такая-то смотреть. Знаете, как обычно, знаете, такого взял. О, Рэй, победишь! Ура, я выиграл! Ну, понятно, мы бы и так догадались, что ты уровень я создавал. Но все-таки, всего очков. Ну, столько мне лень читать. 6-8-9-0, да. Что не 1-2-8, хай, да. Но мы за победу 1500 накидывают. Кстати, в этой игре не все умудрились набрать 160 тысяч очков, что-то там набрать смог. Сразу говорю, а RTX режиме это нельзя сделать. Это в классике надо делать, и я вам сейчас покажу. Вы уже можете увидеть. А давайте сразу. Каких персонажей отсюда вы угадали? Вот, пока что подумайте, кто каким персонажем тут является. Откуда смысл, с какой игры? По сути, персонажи, откуда игры взяты? Знаю, некоторые комментарии угадайте, вот. Смотрите, кто вообще захлебится. В любом случае, первая версия, я ее создал за 2 дня, вроде, и она выглядела вот так. Если что, я тогда вообще не умею как бы делать. Но... Да. Хотя, ну, игры я умела делать, но на другом движке. Вот на этом движке я именно не умела делать, и просто, чтобы научиться. Я по фану сделала вот игру, и в качестве... Теперь я тут пока сделала игру перемещения персонажа, и в качестве персонажа я просто нарисовала по быстрым бойцерам. Вот. Появилась вот эта игра вот эти. Видите? За плохого качества это все не так приятно смотреть в классике, но портрицка вообще имба. Да, все равно там плохие текстурки, но я когда я делала эту игру, еще такая плодатная тема, что короче, кривой стиль этой игры, это ее стиль именно, да. Я человек персонажа просто чуть не с первого раза рисовал. И чтобы у игры такой был именно кривой стиль, я мог их рисовать сразу, вы не думайте, я мог их нарисовать. Получше, но мне лень. Короче, приятная игра, да, спросите, вот приятненько. Кстати, ой, смотрите, какой тихий тут. Это один фряг инициал. Мы с ним, правда, потом поссорились. Но, правда, мой тихий прям миленький.
Насчет трех персонажей. Начну с первого. Скибиди Гисер. Скибиди давно все съест. Я помню, что нагрывался от игры. Познайте. Ну, я сейчас вам покажу, с чего он нагрывался. Ну, супер, как вот у всех персонажей, кроме вот этого оригинального Гисера, у всех остальных мультисера есть супер. Блин, я что-то слишком быстро говорю. Ё-моё, не надо так быстро говорить, когда, наверное, половину все уже не расслышали, что я там сказал. Просто мне хочется вам все объяснить, что я втянула в мои. Так вот, большинство персонажей есть супер, которые, типа, их суперспособность, короче. И вот у него суперспособность — это превращение ближайшего хуйдера в скибидишника. И он весь на нашей стороне сражается после этого. Да. Да. Супер, он сейчас не заряжен, и он его зарядить. Чтобы зарядить, то каждого персонажа супер заряжается по-своему. У большинства он заряжается от количества убийств, но у некоторых он заряжается от времени. Ну, минуту заряжается там, или что-то такое. Вы поймете, когда супер заряжен, правда, иногда индикатор супер лагает. И то, что нам его зарядить, нам надо немного всех мачете этих дебилов, да. Когда знаете, вот такая шиза просто, которая, типа, устала, просто взял, пришел, включил ком, устроил 12 хуторов курей, и после этого придал бы 52. Да. Ну, прям вообще шиза. Шиза, прям. Так вот. Насчет чего я сейчас говорил? Почему я с одной персонажа больше всех ушел? Ну, не только там сонские детали. Кстати, лайк, кто любит скибиди планеты. Я считаю, что этот мультик очень недооценен. Он реально крутой мультик. Так что, кто смотрит планеты, лайк просто вас. И комментарий, да. Что, как думаете, что там будет в следующей серии? Сейчас у меня это тоже. Это видео, последняя серия, это 76-я. Да. 76-я, 76-я, так, один, вот как думаете. Как думаете, что будет дальше? Типа... Ага. Кто же вот именно так в туалете, а? Да я не знаю, кто у меня любимый персонаж. Волков моим, наверное. Идите, вы мой какой-нибудь. Я не знаю, короче. Как всегда было с моим этим. Вот, почему я про этого персонажа... О, вот, супер, заявился, но сейчас я вам расскажу просто. Просто подумайте, что сейчас вот на экране у вас происходит. Вы просто задумайтесь. Будет Гисер в унитазе, убивает хуйдера в курей, из волшебной палочки с помощью Авады Кедавры. Все это происходит где-то в лесу, на дороге. Он защищает вот эту вот структуру в лесу, которую только не понимают, говорить. Он защищает, да? И это все под микрованью. Такое только у меня на канале можно увидеть. Просто вот подписывайтесь, того в большом где контента не найдете, как у меня. Да. А еще супера. Он нажимает на кнопочку Q, и он приходит. И он их убивает. И на матч тебя приходит. Это самый слабый союзник из всех, которые в этой игре есть. Да. Так вот. Нет! Ладно, и как прыгаю, чтобы все сразу увидели, вот так он выглядит, просил тебя кисер. И я полторы тысячи, 800, я помню, там запрыгнуть, просто снимать четверть очков или что-то того. Или третий, не помню. Но не страшно, потому что... Там что у нас хуже, да. Ну что, знаете, постели, денег у принцессы написано. Ну, надеюсь, вы запомнили его. Да. Так вот, следующий это краткий кисер, откуда он, из какого умничка объяснять не надо, но он пришел на улицу с помощью этих хуторов ушла в минус. Супер исключает всех хуторов поблизости. Так вот, он мой любимый бультисер. Оружие пока что такое, как у обычного бультисера, но скоро будет у других бультисеров новых. Точнее, не просто тисеры, потому что бультисер это именно первый. А это просто кисеры, да. Они не все будут кисеры попавшие.
Так вот. Почему мы любимые еще? Вы сейчас узнаете. Кстати, вот еще один плюс этой игры, и вообще всеми остальными играми, это то, что она вообще на любом деле потянет. Вообще буквально. Еще как Doom можно запускать, а чем угодно, я думаю. Но, да и сайт, это оптимизация, блин, еще ничего. Главное не заплатить. Ой, настолько у меня хреновый компьютер, да? Но как-то она все идет вообще на всем. Она вроде, я проверяла, она там... У меня мега слабый комп, но она жрет. О, сейчас вы видите. Это играет же 5% процессора или сколько того. А мы здесь 100% инти. Так что понятно, что это игра. Не все быстрее вообще. Почему это? Кстати, похоже, там чушпаны подкопили вокруг. Ты же увидел, что офигенная способность. У него это просто, это да я добавил, так же попал. После кучу раз за него играл. Так вот, мы готовы? Мы поняли, все, я увидел, что все когда пишут вот на самом длинном стал. Это способно просто капельки. Нет, это играл опять. Ну ладно. Так, стоп. Вы знаете, прислушайтесь. У меня трубочки на майку, но у кого. Да. Так вот, если... Я не знаю. Окей, дальше. Дальше. Угадали бы, кто это такой. Это херабрин кисер. Да. Это я придумал фрёву версию херабрина и сделал её кисером. Вот так вот, да. А даже мёртвый брат ночь кисера пришёл, чтобы там сидеть за хуряк. Да, там так написано, просто... я не смогу проверить, надеюсь, что это правильно запомнил, только я писал, потому что мне из-за рубки не видно. Супер создает салбом бодушника во все стороны, убивая ходит вот на своем пути. Звучит офигенно, на самом деле кисер вообще фиговый. У вас начинается, во-первых, есть хорошая черта, но она работает как меч. Наверное. Да, работает как меч. Но это оружие покруче. У него два своих оружия. Но второе оружие — это динамит. Вот смотрите, как офигенно ты сделал взрыв динамита. Там запарился над этим. Там внизу реально смотрите, как он круто сделан. Ну что, ну еще раз мне повод поставить лайк, а? Туда в 3D эффект какой-то вот мог создается из этой... Из этого всего, да. Да-да-да, вау. До сих пор кайфую, я этот эффект подзарезал. Ну, то есть, другие крутые воссоздания всяких других штучек из других фэнтомов, да. Да. Это такая мега кроссоверная игра, просто самые большие кроссоверы, которые были... Нет! Блять! Ну, что я делал? Мне клепку себе очень сильно сломал. А вот если бы тут не пауза, ладно, блин. Вот. Ну, пока что почему? Да, работает вроде. Блин, как мне сделать так, чтобы нельзя было раскачивать? Вот, да, вот так. Вот так пойдет? Пойдет? Да. Пойдет, спрашиваю. Пойдет? Или вот так делать? Пойдет? Я не знаю, что спрашиваю, я сама себя спрашиваю. Я просто смотрю, как она работает, потому что... Как? Ну, пойдет. Блин, я пузел сломал. Я, блин, я, 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 я,
Сколько сейчас запись идет? Там запись уже долго, так что остальное вы сами посмотрите, все, у меня время оценить так много видео. Поэтому, да. Ну, если хотите, я вам хочу могу записать обзор на них, на остальные. Я вам рекомендую оставить самих посмотреть, потому что они тоже крутые, но не очень. Типа там, ну не забывайте их далее, они смотрите, не очень. На уровне, это не реально. Так вот, все, такая игра и была, и я сам сделал. А вообще, круто, да. У меня очень крутой тренер на самом деле, но это ладно. А, насчет музыки, тут есть другая музыка. Например, вы можете тут включить... О, Кузьма из Atomic Heart. Почему из Atomic Heart? Я не знаю, я эти песни добавлял. Вообще не знаю. И тогда на тот момент не Шарзал. Да. Так, ну что, мало за свет. Я эти песни просто добавлял, чтобы было хоть 100 раз. Ну, это самая изначальная песня, которая вообще изначально была. А что тут есть? Бэттен Крива. И песни с писателя. А вот и своя музычка. Вот туда конструкция как-то. Я про это говорил. То есть перевод на английский даже. Смотри, я вот на льва, он сразу перевелся. Ну, что-то другое работает. Да. Да. Ты не слушай, то лайк, а? Подписочки. Так вот, английский. Ладно, ну, давай. Позвонок с прикиньте, прикиньте, там, как в настоящих играх, прямо просто могу когда делать, а? Да. Там, если вообще просто одну строчку кода убрать, то можно убирать сплошно, прям вообще вынести за рамки. И, мне кажется, даже можно сделать так, чтобы звук мог бесконечно увеличиваться. Там, почему-то, кажется, так можно сделать. Так вот, да. Вот такая игра была. И скачивайте по ссылочке в описании, сами играйте. Зовите фуриат друзей своих. Играйте с ними вместе. Думаю, всем эта игра понравится. А кому-то, кому такой кайфарик-то не понравится, может, даже не знаю. Вообще имба. Да, все. Если вам показалось это интересно, то я с вами полностью согласен. Она криво сделана. Но... Вы подождите, пока я это добавлю. Да. Все. Стоп, я не знаю, как бы давно в этой игре. Честно, вообще хз. О, но она будет. Постараюсь, надеюсь. Не обещаю. Но постараюсь. С палочкой не лахты. Бутичек сидит. Блин, мне даже тыкнуть нельзя. Ну, просто я у нас есть, он просто мягко. И мы были на сцене, а потом с тобой ну, умиляюсь. Вот смотрели, умиляюсь, как знаете. Да. Так вот. Да, изначально, как я сказала, вообще в этой игре была только классика. И там открывалась игру, и там сразу включилась вот эта игра, там не было никаких персонажей и всего остального. Ладно, все. Всем пока, хорошо, пожалуйста, ставьте лайки, то есть ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а подписывайтесь на телеграм-канал, по ссылке, опять же, там чисто подпишитесь на телеграм, если вы досмотрели до этого момента, реально вам было интересно, потому что... Если вам было интересно надо смотреть, то я бы телеграм вам тоже будет интересно посмотреть. Честно там. Я много всего выкладываю. Но стараюсь, по крайней мере, там вообще все есть. В любом случае, подпишите комменты еще. Да, желательно. Нет, на самом деле, реально комменты там приятно читать. Они хорошие смысле, а то мне супо не все. Так вот, да. Ну, опять же, подписывайтесь. И все, да. Пока, скажите, ласки, еще увидимся. Опять же, можете писать какие-нибудь игры в комментах. Это что-то хорошее, давайте, окей, а не какую-то хрень. Что-то там интересное, что... Хреновое. Да. Ну, получится, если что, сталкач, что это там будут. У меня есть уже серия сталкача записана. Длинная, ё-моё, какая длинная. Там больше часа вроде. Все. Всем пока, ласки-пучаски, га-га-га. А еще из этой игры нельзя выйти.